как сумасшедшие. Вот он весь мокрый. Там вот не пойму, то ли козел, то ли коза. Короче, что-то сам по себе бегает. Сейчас подгляжу, кто это. Мне показалось далеко, что козел. Сейчас вроде кажется, что коза. Меня смотрит. Коза нас мало интересует. Что-то не пойму. Блин, фокусируется. Вот. Минус камеры фокусируется на ближе. Что ближе, на то фокусируется. Вот вербочку хорошо видно. А что там за темное пятно? Плохо. Сейчас выйду, попробую на полянку все-таки. Где трава? Что, короче, вода. И тут вот, похоже, рыба. Похоже. Главное, кто-то же тут был. В общем, пока я ловил эту какую-то рыбу, коза сделала ноги. Ну да ладно. Охота же поймать-то, посмотреть, что тут все-таки булькается. Головастик какой-то или... О, ротан. Ротан. Воды вот сапогу. По сапогу, вернее. А тут ротаны у нас плавают. Интересно. Интересно. Причем их так довольно много тут булькается. Вон, проплыл. Так, ладно, едем мы дальше. В поисках мы трофейного козлика. Да? Красавец мой. Ворон. Ворон, красавец. Коза. А мы едем дальше. Нам надо далеко ехать. Вот такая вот у нас сейчас везде дорога. Где вода, где сыро, поэтому бегут далеко. Ваш аккумулятор, стой! А мы едем дальше, по тайными тропами, по тайными. Да, ворон? Едем, едем, едем. Мне кажется, что разницы нету, какие яйца на Пасху, да, красить? Ну, я так думаю. Какая разница? Яйца, они есть яйца. О, ветер. Думал, что-то летит, да это ветер.
нету. Сейчас попробую сам посмотреть. Взял просто посмотреть. Сейчас обратно положу. Вот такие вот маленькие сорочата будут. Ну вот так вот. Вот еще будет больше на несколько штук. Кто ролики все смотрел, не так давно я снимал, манком там верещал, и сколько их было. Вот половина еще яйца отложит, выпарит вернее. Вот так, ладно, ложу на место и поехали мы дальше. Интересно было посмотреть. Ну, лист с вороном на шарики. Кто-то какой-то праздник праздновал, запускал. Могли бы и подарок запустить, да, ворон? Так, это, наверное, тоже часть шарика, что ли? Непонятно. Непонятно. Разного цвета были. Слиплись уже давно, наверное. Как-то вот так вот раз находил давно. Лет, наверное, 5-6 назад. Ну, даже больше, наверное. Кулечек висел. Когда-то шарики, видимо, тоже были запущены. Фу, как какашка какая. И это... Фу, пахнет клеем. В общем, что, в кулечке записки были. С Притобольного района. 94-й выпуск. Пожелания писали. Ну, выпускники школы. И отправили... в небо. Ну, я, в общем, нашел. Интересно было почитать. Но часть бумажек уже была размыта, плохо видно. Но все равно. Почти как раз где-то, например, это если лет 5 назад нашел. 2015 какой-нибудь год такой был. 10 лет давности. Даже не 10-20. Сохранились. Так. В общем, козочка с сигареткам. Нас заметили. Вот это хорошая, упитанная. Тоже козочка. Ладно, эти нам не интересны. Поедем дальше, да, ворон? Вот, видимо, барсук крепко-крепко спал. Проснулся только на днях. Подстилка совсем сухая. Вытащена. Муравейник попробовал уже. Ну, чего на муравьев не фокусируется. Ладно. Нам еще ехать и ехать надо с вороном, а время уже много. Тоже козочка.
понять. В общем, интересного мало. Вот коза. Вот одна дочка ее. И вон вторая дочка ее. Рогачи как сквозь землю куда-то все провалились. Непонятно. Ладно. Поглядели. Вон ворон у меня. Стоит. На меня глядит. Тут просто вот за кустом. Я там двух видел изначально в поле. И тут за кустом белел кто-то. Думаю, рогатик ходит. Интересует-то больше. Рогачи. Эти-то все одинаковые. А вот их хоть рога разные. Их поинтереснее снимать и смотреть. Старый след лосика. Так что вот так вот тут. Сейчас еще проеду, наверное, пару километров на удаление и домой повернем. Солнце уже скоро сядет. Вот так вот. Чем летом заниматься, какой трофейной охотой, прямо не знаю. Но думаю, унывать рано. Найдем мы еще трофейного козлика. Вот такая вот местность у нас. Все с водой. Дорожки, полянки какие-то. Непонятные. Что-то вроде маленько начал опять себя интересно вести, но пока никого не видим. Шумно по воде, шумно ехать. Стой. Ничто такой, вроде козлик. Че, ворон, скажешь? Ворон говорит, ничто такой козлик. Ну ладно. О, ведро лежит. Была когда-то тут жизнь. А мы едем дальше.